На 6-й минуте матча фиксируем это событие. Да вот, пожалуй, все правильно. Офсайда никакого не было и близко. Да, потом уже посмотрел на арбитра Вальдес. Пытался противостоять, но пропустил прямо под рукой после удара Варгаса. Маурисио Исла становится соавтором взятия ворот чемпионов мира. Зря. Мне кажется, нужно было здесь в полной выкладке работать Вальдесу. Слишком уж мало игрового времени он получает в составе сборной, чтобы вот такие легкие мячи пропускать, да еще в самом начале встречи. Конечно, нужно было следить за игрой, а не за действиями арбитра. Тут, конечно, его немножко сбили с толку испанские защитники, которые тоже остановились и довольно вопросительно бросили взгляд на бровку.